Когда им удобно, тогда ТСЖ. Когда неудобно, тогда управляющая компания. Вот такое двоевластие в нашем доме, оно породило очень много вот всяких таких непонятных дополнительных трат. Наталья Криницына рассказывает о взаимоотношениях жильцов с бывшей управляющей компанией. Непонятные платежки и абсолютное недопонимание. Они на своем собрании в 2017 году приняли решение о том, что переходят на прямые договоры с Мосэнергосбытом. И когда они это решили, они перестали с нас брать вообще с ИПУ деньги и перечислять ресурсникам. Мы оказались на грани, что нас могли вообще дом отключить, потому что никто не перечислял им как бы за ресурсы. Отношение нашей управляющей, бывшей управляющей компании к нам было такое, что вы только платите деньги, а с нас ничего не требуете. Дом просто был источником дохода. Дом новый, но он превращался уже, можно сказать, в руины. Вот результат подкраски. Теперь здесь, в принципе, стена, ну, можете под рукой взять, она труха вся. Аналогичная ситуация у нас, кстати, на крыше. А это уже экскурсию по этажу проводит старший по дому Александр Пикетов. Торчащие провода, кое-как подкрашенные стены, трещины в плитках, затопленный подвал. Это лишь малая часть проблем, с которыми сталкивались жильцы проблемного дома до тех пор, пока не сменили управляющую компанию. Сейчас течь устранена, все, жилищник это все выявил, как бы, но это все результатом ни одного года подтопления. Да? То есть сколько у нас техноком было, эта стена хуже. У нас на дом приезжала руководитель ГЖИ Московской области Федина Ольга Николаевна, приезжал ее зам по району, по региону Северо-Запад Сущенко Эдуард Петрович. Они это все тоже с собственными глазами видели, тоже пришли в ужас. После этого, конечно, ну, домом взялись основательно. Сегодня в подъездах проводят ремонтные работы, перекрашивают стены, оклеивают двери. В доме чистота и порядок, а во дворе установлен новый шлагбаум. В МУП «Жилищник» активно взялись устранять последствия работы равнодушных коммунальщиков. По словам жителей, с приходом новой управляющей компании дела в доме налаживаются. Да и сами жильцы стали намного дружнее.